Мы живем в век интеллектуальной техники. Давно вошли в обиход термины «интернет вещей» и «умные технологии». Подобные интеллектуальные системы активно внедряет Ростелеком. Гость студии – заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Куликов. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Александр, действительно, тенденция последних лет – это умные технологии. Появились умные гаджеты, умные автомобили, умные очки, даже умные города. Ростелеком недавно представил белгородцам умный домофон. Давайте разбираться, что это такое и чем он отличается от обычного. Умный домофон – это один из продуктов на платформе «Ростелеком Ключ». Дополнительно на этой платформе представлены такие умные вещи, как умный счетчик, умный шлагбаум и видеонаблюдение. Что собой представляет умный домофон? Это онлайн-соединение с мобильным телефоном у клиента. У клиента устанавливается мобильное приложение, с помощью которого он полностью управляет домофонией. Как это происходит? Например, к вам приехал курьер с доставкой, вас нету дома. Он звонит в дверь, вам поступает уведомление на мобильный телефон, вы сможете посмотреть по видеокамере, которая установлена в умном домофоне, кто к вам подошел, и открыть дверь дистанционно, даже не находясь дома, попросив курьера, например, оставить вашу посылку возле квартиры. Также вы можете заранее сгенерировать определенное количество ключей, которые действуют в течение 24 часов, и выдать их также, например, курьеру, либо гости, которые к вам должны приехать, чтобы они не стояли возле двери, не ждали, а сразу могли зайти в подъезд. То есть это временные коды доступа, да, которые действуют определенное время, потом они снова меняются, и можно в индивидуальном порядке к этому подходить. Да, все верно. Можно сгенерировать неограниченное количество ключей. Срок действия данных ключей составляет 24 часа после генерации. То есть в течение этого времени тот человек, которому вы передали данный ключ, он может спокойно пройти в подъезд. И на следующий день никто посторонний уже по этому коду не попадет, правда? Нет. Да, то есть это верно. Своего рода и система безопасности, да? Да. Если говорить про систему безопасности, что собой представляет умный домофон, это в том числе и безопасность. Почему? Во-первых, в умном домофоне установлены видеонаблюдение, видеокамера с инфракрасной подсветкой, которая может и днем, и ночью снимать все, что происходит не только возле подъезда, но и в ближайшей зоне видимости от домофона. Также установлен микрофон и динамик, с помощью которых записывается звук на облачных хранилищах, где хранятся все данные. Это, кстати, еще один такой момент важный, то, что человек, клиент наш, житель дома, он может просматривать все записи, которые были записаны данным видеодомофоном, аудиозвук, в течение 7 дней. А если ночью что-то произошло, это фиксируется изображение? Да, все фиксируется благодаря как раз-таки видеокамере, которая установлена с инфракрасной подсветкой. Она позволяет фиксировать даже то, что происходит ночью, и хранить все это на облачном сервере. Я так понимаю, что если на территории, прилегающей к дому, вдруг что-то случилось, произошло какое-то ЧП или там машину на стоянке поцарапали, это тоже можно будет посмотреть с камерой? Да, именно этот момент особенно оценили управляющие компании, которые отвечают как раз-таки за сохранность и своего имущества, что находится в подъезде, при подъездной зоне. Также и жители домов, они могут смотреть, если машина стоит в зоне видимости данного домофона, они могут также смотреть, что происходит, как в онлайн-режиме, то есть они могут в онлайн подключаться и смотреть, даже если их нет дома, либо смотреть уже в записи, что происходило. Еще один удобный момент, который реализован в умном домофоне, это фиксация движения. То есть, когда происходит какое-то движение, эти моменты, они отдельно фиксируются и сохраняются в виде фотокарточек, также на облачном хранилище, к которым имеют доступы все жильцы дома, которые зарегистрировались на платформе Ростелеком Ключ и имеют доступ к этой системе. Насколько безопасна эта база данных? Нет вероятности, что будет попытка взлома и кто-то посторонний сможет получить? Нет. Если сам человек, который проживает в доме, не предоставил кому-то доступ, то самостоятельно проникнуть в эту систему невозможно, потому что она зашифрована, данные хранятся на облачном хранилище, также защищенном, куда доступ ограничен только тех людей, которые зарегистрированы по конкретному адресу в этой системе. И сколько по времени хранятся эти данные? Всего хранение происходит в течение 7 дней. После 7 дней обновляется архив, и вот в течение 7 дней можно посмотреть, что происходило на территории, посмотреть, кто приходил к вам.
также отдельно фиксируются все звонки, они записываются у вас в приложении, кто к вам звонил в квартиру, и вы можете отдельно посмотреть каждый звонок, кто к вам приходил, когда звонил и с какой целью приходили. Также это удобная вещь в части безопасности и контроля за детьми. Вы всегда можете увидеть, во сколько пришел ваш ребенок, один он пришел, с кем он пришел, зашел ли кто-то посторонний в подъезд. Вы это можете также контролировать удаленно с помощью этого приложения. Еще один момент удобный – это то, что вы можете предоставить доступ к домофону, к умному домофону всем членам своей семьи. Количество номеров, на которые можно переадресовывать, они достаточно большое для того, чтобы обеспечить всех членов семьи доступом к этому домофону и контролировать систему. Действительно, очень удобно. Скажите, пожалуйста, насколько это сложно в установке? Требуется ли какое-то такое вмешательство в существующий ремонт, и это легко вписывается в пространство? Идеальный вариант установки домофонии – это, конечно же, на стадии строительства дома, когда закладывается полностью в проект вся эта умная система, и она устанавливается. Но при этом нет никаких проблем установить это уже в готовое, построенное жилье. Замена производится достаточно оперативно. Все это делается нашими силами, силами Ростелекома. Никакого неудобства жители не почувствуют. При этом после установки данной домофонии они будут получать комфорт и безопасность от их использования. Но вы сказали, что это приложение на смартфонах. Насколько сложно пользоваться, насколько люди пожилого возраста смогут осилить, так сказать, эти умные технологии, или детям они доступны? Технология абсолютно проста в использовании. Устанавливается мобильное приложение на смартфон. С помощью этого приложения в интуитивно понятном интерфейсе можно управлять, смотреть те камеры, которые необходимо смотреть, там определенными окошками они разбиты. Также очень легко пользоваться архивом, достаточно просто пройти в архив и выбрать тот период времени, тот день, когда нужно посмотреть запись. И более того, удобство заключается в том, что отдельные движения, которые происходят на камере, она их отдельно фиксирует и выделяет в видеопотоке, для того, чтобы было легче ориентироваться и выбирать те моменты, которые интересны человеку. А если вдруг села батарейка на телефоне или там счет не пополнен, баланс в этом случае? В этом случае все просто, как и со стандартной домофонией. Есть возможность открытия дверей с помощью аналоговой трубки, которая установлена в квартире, либо с помощью ключа, который выдается также нашим клиентам, для того, чтобы они смогли открыть дверь привычным им способом. Это, кстати, комбинация также... можно и в ручном режиме, и в онлайн, как кому удобно. Да, все верно. Угу. Есть ли в Белгороде уже примеры, когда успешно внедрены умные домофоны, кто-то уже воспользовался этой услугой от Ростелекома? Какие впечатления? Да, уже есть счастливые обладатели данной услуги, умный домофон. В этом году мы установили в микрорайоне «Новая жизнь» в многоэтажках. Жильцы остались довольны, отдельно даже присылали благодарственные письма за то, что стало комфортнее, безопаснее использовать данные технологии, которые предоставлены Ростелекомом. Помимо этого, в чем уникальность еще проекта «Новая жизнь» микрорайона? В том, что мы заранее на стадии строительства данных домов заложили в проект установку данных услуг умного домофона. Также заранее были проложены несколько километров волоконно-оптических наших сетей, что позволило в момент заселения жильцов данного микрорайона сразу подключать наши услуги. И интернет, видеосервис Wing, телефонию проводную, видеонаблюдение, умные продукты Ростелеком. Наличие этого кабеля или какие-то еще технические особенности есть подключения? Вот мы сказали про новые микрорайоны, а для остальных жителей многоэтажных домов или частного сектора, насколько это доступно? Данная услуга, она доступна практически всем. Но важный момент, что это наличие наших сетей связи в данных домах. Но поскольку у нас охват по территории Белгорода и Белгородской области достаточно высокий, конкретно в Белгороде мы охватываем более 95% домов, то 95% жителей Белгорода смогут воспользоваться данной услугой, если оставят заявку на нашем сайте, где укажут номер ФИО, для того, чтобы наши специалисты уже связались с ними и более подробно обсудили возможность подключения данных услуг в их домах. Это можно сделать в индивидуальном порядке или управляющие компании берут на себя вот этот вот момент взаимодействия с Ростелекомом?
подавая заявки? На текущий момент у нас выстроена работа следующим образом, что мы заключаем договор именно с управляющей компанией, которая, в свою очередь, проводит собрание жильцов, собирает необходимое количество голосов за установку данных услуг, и в дальнейшем уже мы взаимодействуем по оплате услуг также с управляющей компанией. В свою очередь, как раз-таки из этого и формируется стоимость. Почему нельзя назвать такую фиксированную стоимость подключения данной услуги? Потому что она варьируется. Все зависит от количества квартир в подъезде, количество выходов в подъезде. То есть, если нужно установить одну панель на один выход подъезда, это одна цена. Если нужно установить две панели с двух сторон, что где подъезд есть два выхода, это будет другая стоимость. А также зависит и от технических заданий, которые необходимы для прокладки наших линий связи. Нужно ли клиенту аналоговую трубку установить в квартиру или достаточно просто смартфона для того, чтобы они пользовались данным умным сервисом. Раз уж вы упомянули стоимость, то все-таки спрошу, хотя нельзя точно назвать, но хотя бы вот разбег, насколько это дорогое удовольствие? Средняя стоимость, я могу так назвать, среднюю стоимость, она может варьироваться, опять-таки, исходя из количества квартир, подъездов и всего остального, это в районе 50 рублей с одного клиента, с одного домохозяйства. В месяц? В месяц. То есть правильно я поняла, что жильцам нужно собраться на собрании, да, будет это многоквартирный дом или микрорайон частного сектора, куда приглашают руководителей управляющей компании, да? Ну, согласно у нас законодательству, 2/3 голосов должны проголосовать за установку данных устройств, и тогда управляющая компания принимает решение об установке. А есть техническая поддержка умного домофона от Ростелекома? Да, в Ростелекоме поддержка осуществляется 24/7. То есть, если вдруг возникла какая-то проблема с устройством умного домофона, клиент может позвонить в техническую службу и оставить заявку на устранение данных повреждений. Соответственно, в ближайшее время наши специалисты выйдут и устранят все необходимые повреждения, которые возникли в ходе эксплуатации данной домофонии. А какие преимущества у Ростелекома в данном предложении по сравнению с конкурентами? Ну, во-первых, здесь конкурентная среда, конкретно в Белгородской области, в Белгороде, она практически отсутствует, то есть нету аналоговых операторов, которые могли бы предоставлять такую же систему умной домофонии. Но при этом, если сравнивать с другими регионами, с Москвой, например, еще где-то, то наше главное преимущество – это, во-первых, поддержка 24/7. Поскольку если устанавливают данные домофонии другие операторы, то, как правило, это локальная история, и поддержка осуществляется достаточно длительно. Плюс ко всему, мы подходим комплексно. Данная система работает полностью на наших сетях, и мы не зависим ни от кого другого. И если у нас повреждения какие-то на сети, либо непосредственно в оборудовании, то это полностью устраняет все наши специалисты за один выход. Если это пакетное предложение, о котором вы упоминали в рамках ключ от Ростелекома, да, то туда входят же еще и другие какие-то услуги. В Ростелеком ключ на платформе могут входить дополнительные услуги, такие как умная домофония, умный шлагбаум, если установлен он непосредственно в доме, видеонаблюдение, которое устанавливается, также общедомовое. Все это объединяется на единой платформе. Дополнительно еще умные счетчики, которые по индивидуальному потреблению, так называемая телеметрия, которая используется. И человек может использовать это все в одном пакете. Ну, соответственно, наверное, и цена будет, конечно, еще дешевле. Ниже. Да. Насколько сервис «Умный домофон» уже распространен в России? Или Белгород тут опять впереди планеты всей? Умные технологии постепенно набирают популярность у жителей России. Белгород зачастую становится таким пилотным регионом, в котором внедряют, в первую очередь, инновационные проекты. И вот как раз-таки в данном случае тоже было не исключение. Умный домофон. Мы одни из первых в России, которые запустили, и клиенты используют его в своей жизни. Учитывая текущее развитие, то, что мы понимаем, что у людей есть текущее оборудование, которое они используют, да, оно, возможно, не такое современное и не умное, но, тем не менее, если они недавно приобрели, то они его будут использовать. Со временем, когда человек уже, ну, у каждого оборудования есть определенный срок службы. И со временем, когда это оборудование будет уже выходить из строя... А сейчас это очень быстро происходит с развитием технологий. Да, сейчас это достаточно быстро происходит. И, конечно, человек, когда будет выбирать уже, что поставить взамен данного устаревшего оборудования, он будет смотреть в первую очередь на инновационные технологии, на современные технологии, которые делают жизнь комфортнее, проще и безопаснее. И здесь мы всегда готовы прийти к нашим потенциальным клиентам. Спасибо, что так подробно ответили на наши вопросы. У вас есть возможность обратиться к нашей аудитории. Уважаемые жители Белгорода и области,
С помощью современных технологий мы предоставляем новые возможности, которые, в свою очередь, делают жизнь проще, интереснее, безопаснее и комфортнее. Важно, что современные цифровые услуги от компании «Ростелеком» доступны каждому. Ими легко воспользоваться. Это не просто набор умных приборов, которыми легко управлять с помощью смартфона. Это, прежде всего, совершенно новый уровень безопасности и комфорта. Меняйте свою жизнь к лучшему вместе с «Ростелекомом».